понимаешь, милочка, нельзя же отложить балу с Карар до тех пор, пока твоя госпожа начнет одеваться в твоем вкусе. Одним словом, я даю тебе пригласительный билет, а ты даешь мне честное слово, что вечером тебя не будет дома, обещаю. Пригласительный билет. Сегодня числа князь и княгиня Орловские просят вас. Уже вас. Нас? Но если вас, я согласна. Адель, прощай, и ни слова Розалинде. Thank you.